я и наша семья хотела бы сказать огромное спасибо нашим врачам, которые помогли ему, сыну нашему, восстановить. Самое главное это то, что рука на месте. Это вот это самое главное. То есть, когда это все произошло, у меня такие мысли были, то есть он без руки, что будет? У меня, на тот момент протез, да, например, сразу такие мысли, потом, когда успокаивали, мне говорили, есть случаи, бывают, восстанавливают, и пришивают, и все в этом роде. Прошел год. Усилиями врачей нашего отделения, помощь, которую нам оказали врачи-реабилитологи, все это сложилось в достаточно хороший и функциональный результат. На сегодняшний день есть активное сгибание и разгибание предплечья, есть активное сгибание пальцев и кисти в лучезапястном суставе, есть схват крупных предметов. Конечно, на сегодняшний день отсутствует мелкая моторика, и функция лучевого нерва, по поводу которого на этой неделе, в последнее время было выполнено оперативное вмешательство. Вот, конечно, сложно, потому что полный отрыв конечности, причем в суставе, но сейчас у него восстановлена функция всего сустава, можно сказать, одним движением почти полностью. И кисть уже, нельзя сказать, что это биопротез, она уже работает, хотя бы не сгибанием. Конечно, там коррекция потом потребуется, поскольку последствий травм никуда не денешь, но это уже дело будущее. И чудо в этой ситуации в том, что, во-первых, у ребенка был очень сложный механизм, был тракционный механизм повреждения руки. А значит, нервные волокна пострадали на протяжении, был полный отрыв конечности. И вот своевременное действие всех, кто помогал, быстро оказанная помощь, скорой помощи, экстренная перевозка вертолета, необходимое хирургическое вмешательство, собранная бригада и длительная операция, которая привела к восстановлению сначала анатомии, а потом длительная реабилитация. Большое спасибо семье ребенка, которые прошли весь этот путь, поддержали его и выполняли все многочисленные рекомендации врачей. И вот сейчас мы имеем уже существенное, точно клинически доказанное появление многих-многих функций, и схват, и самостоятельное обслуживание себя, активное движение в руке, то, чего раньше даже предположить было нельзя. Хотя мы уже через несколько недель мы уже почувствовали, что появляются какие-то элементы чувствительности, но там могут быть очень много парестезии, может быть ложная чувствительность. Мы не хотели ни себя, ни пациента обнадеживать, хотя уже определенная динамика была. И вот прошел год. И когда мы видим появление полноценной функции, это действительно чудо. Потому что молодой, здоровый организм, вовремя вся медицинская помощь, и в результате вот такой благоприятный прогноз для всей дальнейшей жизни, долгой, я надеюсь, счастливой жизни нашего с вами пациента. Спасибо. А ты уже мечтаешь о том, кем ты станешь, когда вырастешь? Папой.